Сядь на электроракету и спаси планету. Можно всех вас обнять? Куда вы едете? Еду узнать, как продвигается наш новый проект. Это будет базовая концепция. Хотел бы я посидеть здесь, но у меня постоянно дела. Наши усилия направлены на то, чтобы построить гигантский город с разнообразным жильем. От частных вилл и особняков до квартир и общежитий. Для людей с разным бюджетом. Это место для тех, кто хочет жить осознанно, для тех, кто стремится к внутреннему благополучию. Мы строим город, в котором можно будет жить постоянно или приезжать на сезон. Город, который предлагает людям многие возможности. Жизнь в более осознанном обществе. Жизнь среди людей, которые осознанны во всех своих действиях, станет настоящим благом. Люди должны жить более осознанно. В этом наша главная цель. Мы находимся в Институте внутренних наук ИША, в штате Теннесси. Вся эта огромная территория, около 9000 гектаров, это территория ашрама. К сожалению, большинство людей растрачивают свою жизнь на сделки. Люди начинают верить, что жизнь состоит из сделок. Что ты можешь мне дать? Вот основа всех сделок. Но мы не должны уделять сделкам больше 5% нашего времени. Вот сколько времени должно быть оставлено сделкам. Но большинство людей не только проводят большую часть своей жизни на рынке. Сама их жизнь стала рынком. Их семья стала рынком. Потому что во всем присутствует расчет. Что мне принесет эта сделка? Уйти от сделок к преодолению ограничений — это важнейший шаг, который должны сделать люди, если они хотят понять, в чем значимость быть человеком. Жизнь, состоящая из сделок, очень инстинктивная. По сути, это просто процесс выживания. Не возносите процесс выживания настолько, чтобы упустить все то, что значит быть человеком. Жизнь в освященном месте важна для людей. Не безразличны они сами, которым не безразличны их семьи, которые заинтересованы в том, чтобы будущее поколение были здоровыми и благополучными. Если мы хотим прийти к этому, нам нужны освещенные пространства. Мы приложили много усилий, чтобы получить этот участок. Потребуется еще больше усилий, чтобы осветить его. Но мы хотим осветить большие территории этой страны, чтобы люди могли жить в подобных местах.